Неожиданный поворот шпионского скандала вокруг АНБ. Интернет-издание «Zeit Online» со ссылкой на свои источники сообщает, что немецкие разведчики, несмотря на запрет парламента, похоже, уничтожили главные улики незаконной слежки США за крупнейшими европейскими компаниями и политиками, а именно списки объектов, которыми интересовались американцы. По данным журналистов, это было сделано по ошибке во время переустановки компьютерной программы. Однако многие политики от оппозиции в этом сомневаются, намекая на активное нежелание немецкого правительства раздувать этот скандал и таким образом портить отношения с США. Напомню, весной стало известно, что АНБ долгие годы следила за тысячами целей в Европе. Среди них промышленные гиганты, например, концерн Airbus. По данным портала Wikileaks, американские спецслужбы даже не стеснялись прослушивать телефоны трех последних немецких канцлеров Гельмута Коля, Герхарда Шрёдера и Ангелы Меркель.